как мы соскучились по масштабным спортивным праздникам в нашей стране. И сегодня на Минск-арене в окружении 15 тысяч зрителей мы открываем вторые игры стран СНГ. Это будет сильная игра с ярким характером. Очень большой праздник для нас и гордость, что мы именно в Белоруссии проводим вторые игры стран СНГ. Я желаю всем спортсменам удачных стартов и победы сильнейшим. Мы белорусы, мы сильные люди, мы всех любим и уважаем и приглашаем к нам в гости. Болеть будем, само собой, за Беларусь, Россия, Киргизия, у нас там родственники живут. Ну и вообще за спорт, за красивую игру. Что вы бы пожелали всем спортсменам, которые впервые посетят нашу страну? Что они должны запомнить, увидеть, сохранить в своих сердцах о нашем народе, о нашей стране? Они должны запомнить, увидеть и передать всем своей стране доброту, миролюбие, с которым мы всех встречаем, гостеприимство, красоту нашей страны и наших людей. Объявляю вторые игры стран Содружества независимых государств открытыми. Любите, наблюдаете? Да, я люблю спорт. У меня мама спортсменка была. Поэтому я люблю. Что вы пожелаете всем спортсменам, которые приехали в нашу страну? Ну, конечно, победы и хороших впечатлений от нашей любимой Белоруссии. Потому что мы рады их видеть, встречать и любим всех. Зажжение огня. Это шедеврально, это настоящий праздник. Ну, кто может к чему-то хоть настолько придраться? Просто огромные молодцы, кто подарил нам этот праздник открытия. Дай Бог, чтобы в таком же духе, в таком же русле, а я уверен, так и будет, прошли и остальные дни этих соревнований. Расскажите, как Беларусь вас встретила? Встретила очень прекрасно. Сегодня такое открытие очень грандиозное. Нам очень понравилось, мы в восторге, куча эмоций, впечатлений. Какой вид спорта вы представляете? Хоккей на траве. Придем поболеть, интересно это. Приходите, мы рады будем вас видеть. Дорогой наш символ, как вам спортсмены? Крутые? А что мы пожелаем нашим спортсменам? Победы, перевожу я вам. Очень волнительно. Почему? Ну, не знаю. Как? Нам очень понравилось. Церемония понравилась? Конечно. Вы же в параде шли? Да. Я вас видела. Я вам желаю удачи. В каком виде спорта вы представляете? Полевая стрельба. Сразу после открытия вторых игр стран СНГ на Минской арене люди продолжают веселиться уже на открытом воздухе.
здесь звучит концерт. Люди счастливы, ведь в нашу страну пришел большой спортивный праздник. С 4 по 14 августа самое интересное в нашей стране. Самое главное настроение нам дарят наши спортсмены. Мы уже знаем, что у нас есть победа. Надеемся, что и не только гимнасты, наши девушки-гимнастки, но и другие спортсмены нас порадуют хорошими результатами. Ну, атмосферу вы сами видите. Людям только зарядились на Минск-арене, а здесь уже можно и потанцевать, и дальше праздник продолжается. Лично вы, какой вид спорта вам ближе к душе? И мы увидим вас среди болельщиков. Там, где будет сборная Беларуси, я буду стараться посещать все виды. Болеем за красивую игру. За сборную и за красивую игру.